сегодня будет открыт второй участок дороги Бринаволок-Плесецк. Ремонт на отрезке Сухой Самодед начался в прошлом году. Автомобилисты смогут оценить качество проделанной работы. Уже в следующем году дорожники приступят к обновлению двух последних участков трассы. Будут построены объездная дорога вокруг поселка Самодед и новый путепровод через железнодорожные пути возле станции Емца. Сегодня в Архангельске состоится встреча с режиссером Павлом Лунгиным. Более того, северяне одними из первых смогут увидеть его ленту «Дама пик». Российская премьера пройдет на неделю позже. В программе пребывания Павла Лунгина в Архангельске запланирован и мастер-класс для начинающих кинематографистов. Куда тебе до Германа? Бедные люди, да? Они же никому не интересны, потому что у них нет денег, соответственно, нет шансов и нет удачи. Я хочу стать настоящим Германом. Сегодня в Архангельске назовут имена лауреатов Ломоносовской премии 2016. История этой награды насчитывает 18 лет. Ежегодно премия вручается авторам, коллективам и организациям, которые внесли большой вклад в развитие науки, техники, культуры, а также способствовали практическому решению социально-экономических проблем Архангельской области и северных регионов России. В этом году конкурсная комиссия рассмотрела работы, авторами которых являются 38 человек. В борьбе участвовали не только северяне, но и представители других субъектов Российской Федерации. Диапазон проектов традиционно широк. Документальный кинематограф, новации в сфере медицины и науки, профориентация школьников. Несколько сотен новогодних подарков собрали жители Архангельской области для детей Луганска и Донецка. Общий сбор был объявлен еще 1 октября в рамках акции «Северяне детям Донбасса». Организаторы открыли несколько пунктов приема в Архангельске и Северодвинске. Также гуманитарную помощь собирают в других городах и районах Поморья. 1 декабря гуманитарная колонна из Архангельской области отправится на Донбасс. То есть осталось ровно 3 недели, напоминают активисты акции. Рады любой помощи. Сладким подарком, детским игрушкам, тетрадям. У Луганска есть там дом престарелых, 126 или 128 старичков там, и они плохо, я думаю, они достойны. Хоть крупы привезем до сахара, что можно, то и привезем. А мягкие игрушки все в Дебальцево, и сладкие подарки туда. Адреса точек сбора новогодней гуманитарной помощи вы видите на своих экранах. Они будут работать до 30 ноября. Сегодня с 16 часов библиотека имени Добролюбова присоединяется к международному кинофестивалю в ГИК. Смотр студенческого кино проходит в Добролюбовке уже во второй раз. В программе 50 интереснейших короткометражек от ведущих киношкол мира из 39 стран. Северянам предстоит выбрать лучший фильм в номинации «Приз зрителей». Киносеансы продлятся до 16 ноября. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 6 градусов. К вечеру столбик термометра должен подняться до отметки в минус 3 градуса. Ожидаем небольшой снег. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Будьте с нами.